Ярик, а ты не будешь играть, Ярик? А где Ярик, кстати? Ярика нету. А чё Ярик? Погиб? Где Ярик? Его тоже отдельно звать надо. Да! Ну его можно, понимаешь, Саш, он-то не в команде. Ему нечего терять, Саша. Да, только мою дружбу и уважение, и все. А так как бы я же его не смогу выгнать, понимаешь? Факт. Ну как, если он дома, то в целом возможно. Я из его дома выгоню его? Да, его же из его же дома. Ну да, а вы так не делаете? Кого не, мы так не доводилось. У него тоже депрессия нафиг у этого Ярика. Каждый раз, когда он на работу идет, у него депрессия. Ну его можно понять. У всех, кто идет на работу, у всех депрессия. Да. О, Ярослав, привет. А чё ты, Ярик, пойдешь с нами или нет? Не знаю, у меня депрессия. Да ё-моё, ещё один нафиг! Ну идите с Сашенькой в X2 и подепрессируйте там. Мне жена помогает депрессии, чтобы не было. Кино там смотрим. А чё у тебя депрессия? От чего? Я не могу это на стриме говорить. Хорошо, у тебя депрессия от того, про что я думаю, да? Да. А, ну мы мысли друг друга уже читаем, я знаю, Ярик. А нам рассказать, почему у него депрессия? Да, так, а вы подумайте с первого раза. Капец. Ярик, это старость, это нормально. Ты не переживай, еще заработает. Нет, нет! Ты дурак! С этим у нас еще все хорошо, слава богу. Я через это проходил в свое время. Мы, так сказать, с корешками дружим, у нас все хорошо. Дед, чуть не туда тебя понесло. Чего не так? Что, заходить играть, да? Да. Тоже депрессию переживал в свое время. Ну, дедуля. Ну, дает. Там ничего, там починить возможно. А как? Как? А это уже... Это операция. Без шуток. Мои тайные методы. Я уже вам про свое говно рассказывал тогда.